Здравствуйте, сегодня я готовлю сахарный пирог. Сахарный пирог готовится быстро, нереально пушистое, мягкое, душистое тесто и хрустящая сахарная корочка. Просто невозможно будет оторваться. В стакан наливаем 100 мл теплого молока. Добавляем 1 чайную ложку сахара, 1,5 чайной ложки сухих дрожжей. Хорошо перемешиваем и оставляем в теплом месте для подъема на 15-20 минут. В глубокую миску разбиваем 2 яйца, добавляем 1-3 чайной ложки соли, 100 грамм сливочного масла комнатной температуры, перемешиваем венчиком до однородности. Добавляем подошедшую опару и размешиваем хорошо. Добавляем 250 грамм просеянной муки в яично-масляную смесь. Перемешиваем и замешиваем тесто уже лопаткой. Тесто получается мягкое и липкое. Накрываем полотенцем и оставляем на 1 час для подъема. Форму смазываем сливочным маслом. Прошел 1 час и тесто увеличилось в объеме в 2 раза. Руки обязательно смазываем растительным маслом для того, чтобы тесто не прилипало к рукам. Перекладываем тесто в форму. Разравниваем по дну формы и оставляем еще на 20 минут для того, чтобы поднялось тесто. Сверху накрываем пищевой пленкой или полотенцем. Пока тесто будет подниматься, я приготовлю начинку. В тарелку насыпаем 150 грамм сахара, добавляем 50 грамм сливочного масла прямо из холодильника. Все хорошо перетираем вилкой до однородности. Прошло 20 минут. Пирог настоялся, смазываем палец растительным маслом и делаем равномерное углубление по всему тесту. Сверху посыпаем сахарной крошкой и отправляем в разогретую духовку до 180 градусов на 25-30 минут. Выпекаем до легкого румянца. Достаем пирог и поливаем его сливками по всей поверхности. Сливки быстро впитаются. Ставим в духовку и выпекаем еще примерно 10 минут. За это время пирог хорошо зарумянится, корочка карамелизуется, а сливки превратятся в нежный крем. Пирог готов, он получается очень вкусный, я советую вам его приготовить. А также подписывайтесь на мой канал «Готовим вместе» и не забывайте ставить пальчик вверх. А вам я желаю приятного аппетита и до новых встреч!